Свой 77-й день рождения отмечал накануне предстоятель Русской Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот день глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в сослужении духовенства Свято-Успенского кафедрального собора совершил божественную литургию. Широкая просветительская деятельность, забота о воссоздании святынь, мудрое и доходчивое святительское слово назидание, неустанное попечение развития и укрепления Церкви Христовой на всем пространстве русского мира, церковное взаимодействие на благо народа с государственными и общественными институтами и, конечно, постоянная молитва о врученной Богом многомиллионной пастве. Все эти труды предстоятеля народ Божий видит и знает. И не только в России, но и за ее пределами. Миряне благодарят Господа за то, что уже почти полтора десятка лет ведет церковный корабль такой первый иерарх. В Ташкентской епархии за богослужением в день рождения святейшего владыки были совершены литургия и благодарственный молебен. Провозглашено многолетие патриарху Кириллу. И от лица православной паствы Узбекистана митрополит Викентий поздравил его святейшество с днем рождения. Мы благодарны Богу, что Господь даровал нам такого святителя нашей церкви, который находится на свечнице церковной и путеводит церковь русскую по пути правды Божией, сохраняет церковь Христову от всяких бед и напастей, от всяких искушений, испытаний, которые враг рода человеческого пытается уязвить и принести нам скорбь, разделение. Но мы благодарны вам, что вы сохраняете единство и чистоту православия в Русской Православной Церкви и во всем православном мире. И мы желаем